набрел на стаю уклейки. Сегодня на ужин будет у меня жареная уклеечка. Сейчас начну ее ловить. Здесь ручеек впадает в речку. Очень много малька мелкого. И вот тут прям такой обеденный стол для всевозможной рыбы. Тут и уклейка, и галавль, и мелкая, прямо вот мелкая щучка стоит, окушок мелкий. И в таких количествах, ну, вот видно. Вон, кстати, пошла щучка. Вот она сюда прям встает. Он гоняет малька, лопает, питается. Обеденный стол, так называемый. Галавль стоял сегодня на перекате у нас за пару дней, где-то метра на полтора вода упала. Как раз обнажились вот эти вот перекатики наши. В общем, он стоял на перекате, ловил я на нимфу. И где-то на каждом пятом-шестом забросе по галавлю. Поклевов было, конечно, побольше. Ну, блин, прям шикарно вообще. То есть я в этом году первый раз оторвался по не только галавлю, но и по уклейке еще. Было сегодня вообще отлично. Я поехал домой обедать.